Короче, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, девочки, мальчики. Сейчас мы будем пить кофе. Нальем себе кофе. Как это? Наливаем. Знаете, я еще ночью приготовил. А ночью я приготовил вот такую вот вкусняшку. Курочку я уже ночью и покушал тоже. Как вкуснятина, курочку приготовим в духовочке, девочки, мальчики. Да, сейчас покажу, да. Угу. Сейчас покажу. Смотрите, как. Сейчас подвижу. Ну, всю, короче, разделал так вот. Курица где-то 2 килограмма была. Короче, вот так вот. Сейчас попьем. Сейчас пока пьем. И все. Тыры-пыры. Растут тыры. Да? На улице у нас сегодня гремело. Бог ты мой. Кошмар какой. Да. Это я в деревню поеду. Вон птички полетели. Это воробьишки. Все-таки кушают. Да. Да? Привет! Голубь! Привет! Небо опять. Ну ничего, чистое. Завтра говорят это. Немножко похолодает. 21 будет. Не то, что сегодня. Вчера 36, сегодня 30. Не знаю, что дальше будет и как дальше будет. Ну что, девочки, мальчики, попьем. Это я в деревне возьму. Курочку. Милая моя. Это я в шотах сижу, девочки, мальчики. Жарко очень. Жарко. Ой, я не могу так вот. Такая погода, кошмарик. Просто кошмарик. Удовольствие получаю от кофе. И от жизни.